Добрый день, друзья. Я рад приветствовать вас на канале Boston Technic. Меня зовут Николай. Сегодня на обзоре у нас трактор Мюллер Верстайл Рустельмаш. То есть резина в отличном состоянии. Что передние. Никаких трещин. Трактор 2012 года выпуска. В одних руках. То есть один хозяин. Задняя резина тоже в отличном состоянии. У данного трактора наработка 3500 моточасов. Гидравлик даже ни разу не цепляли, то есть чисто навесное оборудование только подъемом. Ни одного шланга не прикрепляли. Да-да. Своевременно техническое обслуживание, то есть фильтра все были заменены вовремя. Сейчас мы его заведем. В этом году производился капитальный ремонт двигателя. Если здесь недостатков, здесь много рамы варены, тут чуть-чуть. Заводится с полоборота. Часы работают, двигатель работает как часики. Все работает. Пенсионер работает, заправка.